Всем привет! Моя стайка. Стая 100. Короче говоря, есть такой миф, что птицу нельзя сверху брать руками. Для птицы это стресс, там, но иногда, в принципе, можно и руками взять. Вот когда мои птицы не хотят заходить в клетку вечером сами, я их всегда спокойно ловлю и сажу. И учитывая, что я занимаюсь разведением, а в разведении в основном используют дикую птицу, и как бы специально я не приручаю птиц, потому что, ну, мне это как бы не нужно. И, в общем-то, приручить такое количество птиц — это просто нереально, поэтому, в принципе, приручением я не занимаюсь. Вот, но свободно сажаю их, ловлю. И вот те птицы, которых я свободно ловила, сажала в клетку, я, ну, как бы, в любом случае, я должна их на ночь посадить в клетку. Потому что ночью, когда они не видят в темноте, у них запросто может начаться ночная паника. Там какой-то свет в окно или, допустим, что-то у кого-то упало, и все испугались, прилетели. И как бы в темноте они могут просто убиться. У меня такие случаи были. Вот. И, в общем, мои птицы всегда ночью спят в клетках. Я никогда не оставляю клетку открытую. И, в принципе, это какая-то дисциплина. То есть они знают, что нужно спать в своей клетке. Есть в своей клетке там. Хотя едят они у меня везде и на клетке. Вот. Но птичка, которая не приручена сидеть в клетке, она будет, ну, скажем так, когда вам нужно будет ее закрыть, куда-то уехать, она просто будет орать как ненормальная. И были такие случаи, когда вот наш попугай, он же в клетке вообще не сидит, только спит и ест. А вот нам нужно уехать и его закрыть. Ну, короче говоря, вы должны сами изначально приручать свою птицу, чтобы она сидела тоже в клетке, потому что постоянно вне клетки она быть не может. Так вот, по поводу того, что птицу нельзя брать в руки. В принципе, я советую на изначальном этапе приручения просто открыть дверцу, и чтобы птица вышла сама. И сама к вам проявила какой-то интерес. То есть не навязываться птице, а приручать ее постепенно. Но в руку птицу брать вполне можно, потому что случаи бывают разные. Птица ваша может заболеть, к примеру, и давать лекарства будете в любом случае, держа ее в руке. И вот если ваша птица к вашей руке не привыкла, если она не знает ваших рук, вот в этом случае, конечно, она точно испытает стресс еще хуже, чем если бы она была здоровая. Вот, поэтому приручайте птицу к рукам, не бойтесь ее там почесывать, брать в руку. И, кстати, одна птичка очень боялась приручаться, прям не шла вообще никуда. Ни на руку, ни на плечо. Вот. Но после того, как ее помыли, завернули в полотенце и подержали в руках, она стала ручной. То есть вот этот вот контакт, он наладился, когда у птицы, прежде всего, и у вас исчезает страх. Ну, то есть птица поняла, что в руке не так страшно, а вы поняли, что, держа ее в руке, она вас не укусит. Вот, поэтому мой совет – приручайте птицу к рукам. Не бойтесь ее брать в руку, потому что, конечно, самый такой вариант, из-за чего я тоже сама всегда боюсь, что вот если птица будет, там, допустим, неконтактная, и нужно будет ей какое-то лекарство давать, она просто еще больше испугается. Вот, и так. И, ну, как бы в таком болезненном состоянии для нее это будет, конечно же, еще больше стресс, чем когда птица уже контактная, прирученная, не боится вас, ваших ручек. Иногда контакт можно и налаживать. Я тоже своих, вот они сидят, я их беру, такая вот, словила, короче, подержала, потискала, поцеловала, почесала, вот и отпустила. Ну вот, я его споймала. Сейчас поймаю, короче, вернее, я его споймала, я его сейчас потискаю, поцелую и выпущу полетать. Моя бусечка, мой.
Мой хорошенький, мой маленький, мой красивый, мой родной. Вот. Натискала, набусикала. Иди. Ну вот, споймала еще одного красавца. Ну, конечно, им так не нравится, когда их так держат, да? Ну, вообще, птиц нельзя тискать, да. Но я их не тискаю так вот, чтобы, блин, я их не жвякаю. Я просто держу и даю им бусики. И, в принципе, никто уже не сопротивляется. Иди. Вот, ну, реально классно, я кайфую. Просто мне сейчас неудобно их ловить, потому что я с телефоном хожу. А вот, а вообще, я тоже своих птиц очень люблю держать в руках. Давать им бусики там, и вот эти вот молодые, которых я себе понаставляла, они у меня, кстати, не кусаются, они мне все очень, очень хорошие, очень добрые. Вот, особенно вот этот вот товарищ, он прям вот когда пролетает мимо меня, он все время меня хочет задеть крылом. Причем даже когда вот я мою пол, допустим, там на корточках, он летит так низко-низко-низко, чтобы меня задеть старается, заигрывает. Вот, поэтому чем чаще вы контактируете со своими птицами, тем, в принципе, они быстрее у вас будут изучаться. Вот, на этом все. Всем спасибо. Всем пока.